Все нормально, пакет доставлен. Да? Как все было? В каком смысле, как все было? Тебе что, подробности по телефону? Ну, наверное, ты прав. Да. Давай завтра. Да, Андрюша, и... Спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Виолетта? Что случилось? Давай сюда. Случилось. Я хочу выпить с тобой шампанского. По какому поводу? Я хочу тебе ребенка. Роди мне наследника. А раньше ты не хотел. Говорил, что я фигуру испорчу, что с детьми слишком много хлопот. Что я любить ребенка буду больше, чем тебя. Да дурак я раньше был. А теперь хочу. Иди ко мне. Неси шампанское. Вперед. Давай. Вперед! Слушай, Игорь сказал тебе, что это пустышка. А то, мне кажется, я имею дело с сумасшедшим. Да, конечно, с сумасшедшим. Я же сижу здесь с двумя психами в одном кабинете. Кстати, звонили ребята из наружки, они стоят там по адресу на Чапаева. Никого не видят, никого не приняли. Ага. Окна объекта не горят, так что грозятся, что будут сниматься. И что? Ну как что? Надо решение принимать. Ну это Игорь занимается этим делом, пусть принимает решение. Дай. На. Здорово. Здорово. Ну что? Да вот. Да там надо штучку эту. Дай. Есть. Дай цаску сделаю. Дай. Давай, давай. Боба! Ложись! Я вот только понять не могу. Ты бухарик или спортсмен? Двоеборец. Да. Всем привет. Игорь, наружка стоит? Стоит, Владимир Михайлович. Точно? Точно. Да, ребята из наружки звонили несколько раз, они ничего не видят. Больше ничего не говорили? Нет. Бред какой-то. Не понял, что происходит. Дежурка дает заявку по 02. Труп с огнестрельным. Чапаева 9, квартира 12. Ну, это наш адрес. Да ну! О чем и речь? Послушай, ты! Если ты что-то знаешь... Я знаю, что ты рано сюда пришел хвастаться. Значит, у тебя нет того, что я ищу. Не надо, дядя. Ты в этой истории вообще не при делах. Сейчас и вы стояли вчера. Да, Наля, а сегодня во сколько выставились? Ну и что, ничего не видели? Ребят, вы что, с дуба рухнули? Вы меня видите вообще? Нас? Как нет? Вы где стоите?
Возле гаражей? Возле каких гаражей? Конкретный адрес, я вас не вижу. Они стоят на Чапаева 19. Какого черта вы там стоите? 9, а не 19. Я вас поздравляю, вы в дерьме. Точнее, мы все вместе. Задание ты писал? Я. Но оно еще не отправлено. Я им скинул адрес по телефону. Вы же сами сказали, иди, срочно. Иди, встреть наружку, разбери, что там. Саш, пройдись по улице. Может, там камеры в офисах, в магазинах. Мы со Стасом в квартиру. Вот тебе раз. Здравия желаю. Чё-то вы зачастили к нам, Владимир Михайлович. Здорово, Витя, здорово. ТТ. Один выстрел в грудь и один выстрел в голову. Контрольный. Отбегался. Жалко, что поздно. Женщину на Гатчинской из-за него убили. Свидетели есть? Старушка напротив говорила, что вчера видела парня, который ломился к нему в дверь. Говорит, что сможет опознать. Пойду. Пойду проверю, Владимир Михайлович. Давай. Ну что, Владимир Михайлович, одной головной болью меньше? Одной-то меньше. Зато другой больше. Да ладно. Ну что вы, разве же это боль? Я вот слышал, в Мексике вообще не расследуют убийства, которые связаны с наркодельцами. Но убьют наркодельца и ничего. Мы не в Мексике. Правильно. Значит, у нас должен быть свой закон. Российский, например. Убийство бандитов не расследовать. Тогда у нас любой убитый будет считаться бандитом. От младенца до бабушки. При усердии некоторых наших коллег. Прощальный поцелуй. Видимо, работает маньяк или маньячка. Смешно. Телефон убитого нашли? Да, он там на кровати валяется. Только он разряжен. Жаль. А так бы узнали, кто сейчас о нем волнуется. Жаль. Узнали бы, конечно. Да узнаем! Я делаю компрессию, и мне 2 часа 10 под пленочкой. Привет, Катя. Я не могу до Миши дозвониться. Я волнуюсь. С ним все в порядке? Не волнуйся. Видимо, у него с мобилой что-то. Я сейчас к нему поеду и скажу, что ты звонила. Ну, такой... молодой, стрижка короткая, такой, знаешь, это, ну, вздыбленный такой, понимаешь? Тарабанит дверь, ногой прямо. Я говорю, что тарабанишь-то? Я говорю, девушка-то уехала и сказала, мужчина здесь поживет. А он типа того, не поживет. Нет, погоди, он сказал, хрен он тут поживет. Вот. Узнать ты сможете? Чего ж не узнать-то? Узнаю. Ну, если надо будет к нам проехать. Композиционный портрет составить, а? Чайку попьем у нас. Конечно. У нас печенье. Слушай, о чем речь? Да. Я же на пенсии. Представляешь? Спасибо. Сэм, что-то случилось. На хате у Мишки менты. Ну, точнее, не во дворе. Но я не верю в совпадение. Я туда сунуться не могу. Меня ищут, у меня в машине железо. Съездят туда. Узнай, что там, потом сразу же набери меня. Я на Мира, за углом, где школа. Алло, Владимир Михайлович, это Сэм. Я перезвоню. Кто труп нашел? Да сосед сверху. Он вчера вечером, когда шел домой, видит дверь немного приоткрыта. А утром, когда уходил на работу, смотрит, а она вообще настежь. Видимо, сквознячком открыла.
Ну, он постоял, постучал, потом покричал. Ну, а потом уже и вызвал полицию. Какие сознательные. Странно. Дверь легко закрыть можно было. Тогда бы его еще долго не нашли. Владимир Михайлович, значит, это кто-то специально труп на показ выставил. Прикинь, они теперь везде трындят, что это я им дал адрес Чапаева 19. Я что, дебил совсем? Может, ты оговорился? Ты ж бухой был. Да ладно, когда я звонил, был нормально еще. Просто решили на меня повесить все, сами ложанулись. И повесят же, это же секретная группа. Скорее им поверят, чем мне. Кстати, как твоя Катя, Игорь? Почему кстати? Нормально все с Катей. А что? Да, я слушаю. Где ты говоришь, он стоит? На Мира? Ну, дальше. Приехали. Не прошло и года. Да, куда им торопиться? Клиента подождет. А что там, кстати? Свидетели есть? Соседка описывает одного. Бил в дверь, ругался, говорил, что убьет. Опознает? Обещает. Так, срочно найдите Бойера. На соседней улице Шадян, подельник Красавина. У него машина с оружием. Есть. Давайте. Сержант, ты с ними. Есть. Сержант Пупушев, полиция. Ваша машинка? Не, не моя. Документики ваши, будьте добры, пожалуйста. Да что такое, сержант? Я не ношу с собой документы, не обязан. Послушай, я очень тороплюсь. Мне нужно сына из школы забрать. Из этой? Из этой, сержант, из этой. Время. Эта школа год как закрыта. Стоять! Не подходить! Я в тюрьму не сяду, мне тебя нечего! Мобильник. Телефон, где сейчас жбан тебе разнесу. Выбросил. Стоять, стоять! Куда он пошел? Игорь, что с тобой? Почему ты отпустил Шадяна? Нет телефона. Ну как? Есть приличные пальчики. Два отпечатка. Надо срочно прокрутить их по базе, если это, конечно, не пальцы кого-нибудь из нашей группы. Легко, но шанс всегда есть. Пишите. Господин оформитель.
Тебе зелененькую или желтенькую? Мне желтенькую. Тогда тебе зелененькую. Теперь я понимаю, почему в кино менты всегда с чашкой кофе. Видимо, стаканы с водкой на канале не примут. Спасибо, конечно. Но стволы я все равно не признаю. Хоть с кофе, хоть с водкой. Несмотря на то, что они твои, без протокола-то. Наши. Наши с кем? С Мишкой Красавиным. А? Ну, точнее, были наши. Слушай, а кто его, а? Ты меня спрашиваешь? Как будто сам не знаешь. И последний вопрос, Юрий Николаевич. С каким настроением идете на предстоящие выборы? Я хочу заверить наших избирателей, что настроение у меня боевое. Так что вместе мы победим. Спасибо большое. Я напомню, с нами был Юрий Стец. Он кандидат в депутаты Государственной Думы от партии «Равенство». Спасибо большое. О, с нами был Юрий Стец, кандидат в депутаты. От партии «Равенство». Ну, это все благодаря тебе. Твоя школа. Скажи, пожалуйста, ты сегодня долго? Сегодня я ужинаю с кем-то из Минюста или Мингеологии, я не помню, а что? Ну, тогда я покатаюсь верхом и буду дома. Хорошо. Ждать тебя. Хорошо. Хорошо. Знаешь, Юр? Да. А мне нравится, что ты никогда не убираешь ее фотографию. Подруги удивляются. А я считаю это честным. Спасибо. Слушай, ты про стеца рассказывал, про жену его убитую Анну. Давай вот это вот. Не убивали мы ее. Не похищали практически. Миха Красавин попросил помочь ему в разборках со стецом. А дальше дай. Ну, мы впряглись. Так. А стец бегать начал. Ныгаться стал. Возьми. Мы поехали к нему домой. Ну, как все прошло? Планово. Ну, а... Я не уверен, что тебе полезно это знать. Проблемы не будет? Уверен, что они подожмут хвост. Не волнуйся. Хорошо. Андрюш, я просто понимаю, как это выглядит со стороны, но я хочу, чтобы ты знал, что это не просто плата, это подарок. То есть мы обменялись подарками? Андрей, я Господа Бога благодарю каждый день, что у меня есть такой друг, как ты. Спасибо. Знаешь, я хотел бы уйти в отпуск ненадолго. Немного отдохнуть. А как же я? Юр, ну ты же не маленький. Найдешь мне замену. Я буду на звонке. А? Просто видишь, в среду бывший тесть собирался приехать, и я думал, посидим, выпьем, помянем, а ну тут... Знаешь, в другой раз. А дальше? Дальше мы приехали. Недалеко от их дома это было. Стец пообещал Мишке его долю отдать. Он уехал. Она сказала, давайте я с вами останусь, пока Красавину деньги на счет не придут. Ну и мы поехали все вместе в горку. Потом из банка позвонили по поводу бабла. Ну и из ресторана Мишка Аню и повез. Один? Один. Вечером позвонил. Сказал, что вроде все нормально. Но он, значит, мог ее убить? Нет! Почему нет? Не такой он человек.
Было. О, Толян, Толян, хочешь приколоться? Что там, тройник из депутатов, убитых скинхедами и педофилами? На, сплюнь. Фоторобот со слов соседки. Парень, который ломился в дверь к убитому. А? Слушай, хватит прикалываться. Я и так устал, как шлюха после бани. Да я не прикалываюсь. Реально, соседка составила. Угу. Бред какой-то. Так ты, значит, думаешь, что красавина Стец заказал, да? Что тут думать-то? Однозначно. Только вы все равно ничего не докажете. Не докажем, потому что он без пяти минут депутат, да? И поэтому тоже. В нашем же деле тоже никаких доказательств не было. Только слова это у нас, законопателя. Стец отцу своей жены на уши наплел, тот на рычаги надавил, и нас закрыли. Связи у него. Отец у нас кто? Че? Отец у нас кто? Ну, не знаю, шишка какая-то. В министерстве какого-то транспорта. Через него-то у Мишки со Стецом бизнес-то и пошел. Добрый день. Господин Ковальский, можно вас на 5 минут? Привет, ковбой. Красавин один жил? Нет. С девчонкой. С какой? С Катей. Хорошая девчонка такая, правильная. Из зоны его ждала. Сейчас она где? Там, где тебя нет. Все. Не буду больше ничего говорить. Веди меня в камеру. Ну вот и все готово. Соскучилась по-домашнему, по-горячему, а? Садись давай. Мама. Ау. Я поеду, наверное. Куда поедешь? Ты ж только приехала. Надо мне, мама, у меня душа неспокойна. Так, вот что я тебе скажу. Никуда тебе не надо. Если бы ты там нужна была, твой ненаглядный давно бы уже сам тебе позвонил. А раз не звонит, значит, ему не до этого. А вдруг у него беда какая-то? Может быть, ему помощь моя нужна, мам? Когда мужчины занимаются своими делами, наша помощь им не нужна. Ты ничего про него не знаешь. Вообще никто про него ничего не знает. Один человек только мог помочь, да и тот тоже. Что тоже? Презирает его мама. Презирает его, понимаешь? Ах, вот в чем дело. С Уркаганом своим опять связалась. Так, доча, никуда я тебя сегодня не отпущу. Давай, миленький. Давай, родная, садись. Давай. Ну, милая, покушаешь, ляжешь спать, а утро вечером мудренее, да? Давай, садись. В общем, предупреждаю вас по доброте душевной. Материал идет на возбуждение. Либо будет ствол, либо железные доказательства того, что он был. Либо ищите адвоката. Вы меня тоже поймите, не все в моих силах. Понимаете? Будет суд, будут проверки. О, Викуля, прекрасно выглядишь, мое почтение. Спасибо, стараюсь. Ну что, где этот террорист с автоматом? Чего, случилось что-то? Разберемся. Слушай, а вы вчера... На этот адрес на Чапаева не совались? Не знаю, я в командировке был. Я к Шурыгину зайду. Да, давай.
Да, алло. Я тебя спрашиваю. Экспертам привет. Викентий Альбертович, хотите угадаю? Отпечатков, пригодных к идентификации на месте происшествия, не обнаружено. Проходи. А чьи они? Ну, это же из группы. Из группы не считается. Эксперты? Чё там? Да голяк, голяк. А где я могу поработать? Ну... Садись у меня. Может, вам кофе? Так, давай еще раз. Вы место хорошо осмотрели? Да, все облазили. Я же не идиот. Мне этот Моторин чуть полбашки не снес. А пуля? Тогда не нашли. Посмотреть надо, по траектории. Посмотрим, шансов мало. Может, гильзу найдем где-нибудь на крыше застряло. Владимир Михайлович, можно? Валяй. Ну, что там у вас? Смирницкий закрывает Шадяна. Мне тут запрос срочно подписать. Что это? Это сожительница Красавина. Надо по билетам пробить. Шадян сказал, что она уехала, а куда не сказал. Да врет он все. А если не наврал? Врет. Надо проверить, может, она что знает. Ничего она не знает. Знает то же самое, что Шадян. Это стец Красавина заказал. Надо проверить. Проверяйте. И займитесь стволом. Если честно, мне важнее сейчас, чтобы никто из вас не сел. Свободные. Есть. Есть. Стас, извини меня за сегодня. Что-то у меня нервы ни к черту. Игорь, что происходит? Да так, не лучшие времена у меня сейчас. У меня тоже не лучшие. Ты можешь мне рассказать, что происходит? Полезу завтра на крышу. Пулю твою искать. А сейчас мне за запросом надо. По факту того, что наружка оказалась в другом адресе и профигачила убийство объекта, начато служебное расследование. Я только что разговаривал с их начальником. У них есть записи твоих разговоров с дежуркой. Ну? Гну. Неправильный адрес. Им назвал ты. Игле. Привет, как Вероника? Привет. Я ей слона купил. Стас, я подала документы на перемену гражданства Вероники. Но для этого необходимо твое согласие. Как? И с учетом того, что Вероника будет литовской гражданкой, необходимо твое согласие на перемену ее фамилии. С Ковальская на Ковальскайте. Какая к черту Ковальскайте? Ты что, решила остаться, что ли, там? Да. У меня все подтвердилось с работой. Вероника вырастет в цивилизованной европейской стране. А потом беспрепятственно сможет выбирать страну для проживания. Если ты ее любишь, дай свое согласие. Я тебя очень об этом прошу. Ну, ты ведь не хочешь, чтобы я обращалась в суд? Какой суд? Ты моя жена, Вероника, дочь моя! Вот именно поэтому я и прошу тебя о добровольном согласии. Пожалуйста, подумай, я тебе завтра позвоню. Шадян утром позвонил. Сказал, что у Красавина телефон не отвечает. Я позвонил вам. Я думал, вы его взяли. Увы, нас опередили. Владимир Михайлович, это стец? Не знаю. А кто? Слушай, при тебе никаких подозрительных звонков Красавину не было? Угроз, вопросов? Никто его нигде не подстерегал? Может, он опасался кого-то? Да нет, ну честно, нет. Честно. Эх ты, стукачок. Я ради брата, узнаете.
Ну да, ну да. Ладно. Но условно-досрочное для брата ты наработал. Иди. Спасибо, Владимир Михайлович. Иди, иди. Спасибо огромное, Владимир Михайлович. А меня вообще никто никогда не любил. Я мать своего не знаю. Отец у меня был тренером по этим, по лыжам. Видел во мне только чемпиона Бойцова-младшего. За всю жизнь он меня даже ни разу не обнял. А когда умер, я даже заплакать не смог. Что за настойка на травке? Вообще никакого толка. А Катюха, она нежная такая была. Я же до нее вообще не знал, что такое любовь. Я думал, это сопли. Она же меня в спину целовала, когда я спал. Потом гладила. Я просыпался, сейчас вообще спать не могу. Только бутылку засадить надо, чтобы уснуть. Что ты раньше ей сказал? Не знаю я, Стас, не знаю! Не получалось у меня как-то. Я вообще думал, найду ее, верну, посадим мы этого красавина. Последнее время вообще как в тумане. Бегаю, ношусь по городу, ищу ее. То пытаюсь потом как-то отвлечься, иду работать. Вообще как-то не думал об этом, Стас. Я даже не знаю, что я ей скажу, когда встречу. Она мне звонила, Игорь. Спрашивала, почему задержали Красавина. Катя звонила тебе, и ты мне не сказал ничего? Я тебе звонил. Ты не подходил, мотался, все суетился. Ты знаешь, я до сих пор не знаю, что думать. Стас, это был не я. Хотя все равно в конечном итоге все повесят на меня. Потому что я отдал наружке неверный адрес. Мои пальчики на этой гребаной двери! И эта соседка меня опознает. Короче, хана мне, Стас. Все, хватит пить. Завтра работать, вытаскивать тебя из этого дерьма. Как вытаскивать? Как вытаскивать? Искать, Игорь, кто убил Красавина. Я сам лягу в детской, тебя постелю у нас. А твои в Литве, что ли? У тебя-то что стряслось? Ты по поводу этой прокуратуры паришься, что ли? Все в порядке, забыли. Все нормально, пошли. Утро доброе. И вы туда же. Пришли за советом. Как уличить банду Стеца в убийстве Красавина? А, ну да, да. Даю добрые советы, умные. Можно я на свое место? Да, конечно. Спасибо. Присаживайся. Давай, Толик, давай. Найдите киллера. Хороший совет. Чё ты на меня смотришь? Мне у высморка сейчас, что ли? Почему высморка? Ну, опросите свидетелей по первому эпизоду. По крышелазу Моторину? Так он давно уже на том свете. Почему по Моторину? Есть еще Денис Иванович Коноплёв. По-моему, наркоман, но я бы с него начал. Подожди-ка. Точно, есть же Коноплёв у нас. Это тот тип, с которым я возился, пока ты марафон сдавал. Слушай, ты же его отпустил, Толик. Да, его и Юриса Лауцинша, но под подписку. Латыш, кстати, сразу пропал, а Дениска к нам приходит. Отмечаться исправно. Тем более, что за сопротивление при аресте офицеру полиции. Да, тянет на арест. Молодец, Толян. Вот надо чаще вспоминать об этом. Давай, давай. Кстати, тебе я не рекомендую с ним общаться. Возьми вон Саню Бойера. Бойера, понял, давай, чао.
Выбей здесь нахрен окна. Денис Иванович, Коноплев. Да. Майор Буэр. Очень приятно. Вы были задержаны на месте происшествия за оказание сопротивления сотруднику внутренних органов, так? Ну так, а что? Отпущены под подписку о невыезде. Ну, я соблюдаю все условия. Вы присутствовали при неудавшемся покушении, в результате которого погибла ни в чем не повинная женщина. Заказчик кто? Я не знаю, кто заказчик. Ты что, в кресты захотел? Дело твое не закрыто еще. Ты с твоим дружком латышским должны были контролировать все это. Кто заказчик? Я не знаю, как его зовут. Этот? Нет, не этот. Может, этот. Работай дальше. Капитан Смирницкий! Я так до пенсии не доживу. Чего орешь-то? Я только что от шефа полчаса меня плющил за то, что я Шадяна взял сам, а не отдал ваше следствие. Да шут с ним. Буэр звонил. Денис Коноплев поплыл. Он ему рассказал, что видел того, кто заказал Красавина. Он ему, конечно, показал ряд фотографий из окружения истеца. Но с соблюдением УПК, естественно. Да, так я и поверил. Короче, Красавина заказал Андрей Пекуш, бывший десантник. Тот, кто его повязал в офисе. А Дениска даст показания? Даст. Сначала Пекуш. Толя, санкцию на обыск. Звони, звони, звони. Сейчас. Постановление о проведении обыска в вашей квартире. Адрес и ваши данные указаны верно? Верно. А кто такой Красавин? Что за убийство? Вы ничего не попутали? Пойду позвоню. Не надо никуда звонить. Ключичку в сторону уберите. Совсем забыл. Адрес вы явно перепутали. Но ничего, предупреждаю вас. Просто так вам это с рук не сойдет. Игорь, иди за понятыми, будем начинать. Проходите. Спасибо. Комнаты закончены, сейчас переходим вместе с нами на кухню. На очереди кухня, ванная комната и туалет. Станислав Михайлович, я видел ванную, и там тесновато. Может, достаточно будет с понятыми осмотреть? Игорь, положено с хозяином. А, смотрите, как вам удобно. Только давайте побыстрее. Товарищ понятые, прошу за мной. Подержите занавеску, пожалуйста. Пожалуйста.
Так, товарищи понятые. Понятые, внимание. А это похоже на орудие убийства. Это не мое оружие. Вы его подбросили. Я ничего подписывать не буду. Я требую адвоката. Редко приходится слышать обратное. Пожалуйста, подпишите здесь. Здесь, здесь. Оружие на пол! Отпусти девушку! Оружие на пол! На пол оружие! Я положу, поговорим, отпусти ее. На пол! Отпускай ее. Игорь, убери пистолет. Игорь, убери пистолет. Игорь, да пошел он на... Детей хочешь? Ну и что ты добился, а? Он же ушел! Сочувствую. Олег, я не хотел такого результата с Мишей. То, что произошло, это случайность. Ну, вернее, самодеятельность одного человека. Зачем мне теперь все это знать? Ну, мало ли. Будут проблемы, позвонишь, я тебя вытащу. Да. Все нормально. Ну, молодец. Думаю, сработаемся. Угу. Поехали. Поехали.